Экстренная медицина нуждается в экстренной помощи. Об этом во время заседания в Кабмине заявил премьер-министр Владимир Гройсман. Глава правительства подчеркнул важность перемен именно в этой сфере. Он ожидает от Минздрава качественных изменений. Главным показателем, по мнению Гройсмана, должно стать наличие квалифицированных кадров, техническое и финансовое обеспечение. В свою очередь, премьер пообещал законодательную поддержку реформы, а ее результатов в Кабмине ожидают через несколько лет. Спільно напрацюємо, внесемо закон в парламент про екстрену медичну допомогу чи розвиток екстреної медичної допомоги. Подивимося. І проведемо його, і внесемо зміни в відповідний бюджет, і почнемо реалізацію цієї програми. Я думаю, що там за років 2-3 можливо буде ситуацію витягнути.